Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Все, и команды, в общем. Ну вот, начали очистку катка. Можно подготавливаться уже к первой тренировке на открытом воздухе. Вот, есть предложение в четверг в 4 часа собраться, почистить каток и заняться двухстороночкой. Хочется. Подышать воздухом. Это будет 14 число. Так что ждем с 4 часов всех на центральном пляже возле мостика.